Привет-привет! С вами я, Маша, и хочу вас спросить. Вы любите роботов? Или динозавров? Или, может быть, хотите домашнего питомца? Знакомьтесь с мипозавром от компании Volvi. Умным существом, которое реагирует на все, что происходит вокруг и взаимодействует с окружающей средой. Существует несколько вариантов для управления, игры и общения с мипозавром. Жестами рук, при помощи мячика и через приложение. Для работы мипозавру необходимо 4 пальчиковые батарейки, и еще 4 микропальчиковые для мячика. Когда батарейки установлены, передвиньте кнопку включения в положение ON. В зависимости от того, как вы играете и общаетесь с мипозавром, он может быть в 3 разных настроениях – добром, приподнятом и недовольном. В каждом настроении мипозавр по-разному реагирует на одни и те же команды. В добром настроении мипозавр ведет себя спокойно. В приподнятом готов весело играть с вами. А если мипозавр раздражен, он будет с недовольством выполнять команды. В комплекте с роботом-мипозавром идет еще трекбол, то есть мячик, который является одновременно и пультом управления, и игрушкой для мипозавра. Выберите одну из 6 игр, прокручивая колесико, и наблюдайте за реакцией робота. Например, в игре, которая обозначена иконкой в виде мячика, мипозавр будет догонять и подталкивать трекбол. Еще мипозавр может танцевать битбоксить, и это далеко не все игры с трекболом. Скачав специальное приложение в Play Market или App Store, вы откроете еще больше возможностей для игры с мипозавром. Вы сможете рисовать траекторию движения робота. Управлять им. Кормить и еще много чего другого. Мипозавр сделан из прочного пластика, а колеса прорезиненные, что позволяет ему передвигаться по любой поверхности. Предназначен для детей от 8 лет. Но есть еще мини-версия для малышей от 4. Робот-мипозавр от компании Volvi – это очень умная игрушка с развитым интеллектом и ярким индивидуальным характером, которая увлечет и детей, и взрослых.